Иншаллах, друзья, иншаллах. Нашел такой способ. Да, бомжа превратился уже, ох, Аллах. Иншаллах, бомжа, ох, кара. Бомжи не ада, хора. Иншаллах, да. Не знаю, кто вообще тут. На меня нет мусульман среди подписчиков. Вообще ни одного, по-моему. Вообще ни одного. О, так, вот тогда вот свет, я понимаю, да, вот это вот отлично. Вообще ништяк, ништяк. Отличный свет, друзья. Отличный. Видите, все для людей, как говорится, и ничего себе. Настоящий подвиг в современном мире, в котором каждый думает только о своей жопе, о своем желудке и о своем члене. Увы, бороду побреешь, когда, спрашивают. Какая разница вообще, борода, не борода, в гробу мы все отрастем. Вы же знаете, что волосы, ногти продолжают расти и после смерти. Ну что расскажете, народ? Вот вы ничего не рассказываете. Мусульмане, вот спасибо, я рад, что у меня есть мусульмане, вот честно. То вообще... Мне очень много пишут мусульмане в директ. Они стеснительные. Комменты мне не пишут. Но пишут в директ. Причем очень много пишут в директ, честно, очень много. На протяжении всего того времени, что я нахожусь, так скажем, в мультимедийной гуще, постоянно пишут. И что я заметил, да вообще, по сути, ни одного оскорбительного или поучительного сообщения не было. Почему-то они пишут только сообщения поддержки. Нет, нет, не хотят образумить. Я думаю, если человек хочет образумить другого человека, то он, если мудрый, если он не глупец, если он не злодей, то он пишет что-то доброе, чтобы человек ему начал доверять. Вот я злодей, да, я грешник, я плохой, нехороший. И мусульмане очень многие, разумные, и женщины, и мужчины, пишут мне нечто доброе. Они говорят, брат, вот я тебя поддерживаю, я понимаю тебя, мне очень жаль, что так выходит. Напиши мне. Я необычно не отвечаю, очень редко я отвечаю на сообщения от мусульман. Не знаю почему, потому что я не знаю, что ответить. Ну, я вообще не привык к тому, что мне кто-то пишет с добротою, без осуждения, без злобы, ненависти, нравоучений и поучений. Я к этому не привык. И когда мне мусульмане пишут нечто хорошее, я не знаю, что им ответить. Ну что я им отвечу? Да, спасибо тебе за поддержку, да, а дальше что? Ну, все как бы тупик. Я боюсь, наверное, ответов от них дальнейших. Никогда тебя не поддержит никакой мусульманин. Неправда, значит, они не мусульмане. Да, нет, ну, видимо, вы просто не мусульмане, скорее всего. Понимаете, каждый из нас может оказаться в болезненном положении. Болезнь это может быть связана с грехом, болезнь может быть связана с телом, да с чем угодно. Мы можем оказаться в состоянии слабости, в состоянии, когда мы не можем целиком и полностью собой управлять. Такое может быть у любого человека. Ну, все уныние, тоска, печаль, боль, в конце концов, душевная, физическая. Мы становимся неадекватны. Такое бывает у каждого человека. И вот те люди, те мусульмане, кстати, которые мне писали, они как раз-таки, видимо, это осознавали. Они говорят, я понимаю, как тебе больно и тяжело. Вот так мне говорили, представляете? А если вы сейчас пишете, что вы мусульманин и не понимаете этого, то вы, наверное, ну, не мусульманин, скорее всего. Вот честно. Ну, по крайней мере, не тот, который мне писал в директ. Ни один мусульманин из тех, кто мне писал в директ, в комментариях, по-моему, вообще никогда не засветились. Если засветились, то как-то так, очень формально. Они хотят как будто что-то сделать, действительно сделать. То, что можно будет потом пощупать.
то, плодами чего можно будет потом, ну, если хотите, наслаждаться. Отчего мне больно, не можете понять? Ну, народ, значит, вы не знаете, что такое грех. Вы думаете, грех – это как в парк развлечений сходить? Грех – это больно. Грех – это болезненно. Грех – это пусто и абсолютно, абсолютно некомфортно. Грех – это болезнь. И от степени греха зависит степень болезни. Болезнь может быть и смертельной. Вы, наверное, знаете. Бывают такие болезни, от которых человек смертельно страдает. Он может не умереть прямо сейчас, но он знает, что он умирает. Врачи ему объявили, или он сам это понял. Я в этой жизни видела много, но наркомана, косящего под верующего. Почему вы думаете, что наркоман? Вот мне очень интересно. Если вы этим мучаетесь, то примите веру ислам и очиститесь от грехов, будет вам награда от Аллаха. Вот честно, я еще больше убеждаюсь, что вы какой-то мусульманин неправильный. Ну, по крайней мере, к таким я не привык. Да, мне говорили, обратитесь к исламу, там, посмотрите, исследуйте, поразмышляйте. Но прям так, вы козел, единственное, что тебя спасет, это ислам. Что-то в вас не то. Ну, не знаю, вы меня не убеждаете. Вот те люди меня убеждали как-то больше. Сейчас вообще у нас, спасибо Хабибу, у нас каждый второй мусульманин вдруг резко в России. Копипастят, иншаллах, да? Увы. Грустно это и печально. Известно, да, потому что это известно мне, и я в этом убеждаюсь сейчас. Интересно, на основании чего, какие критерии того, что я наркоман? Вы просто псих. Красиво, элегантно, трогательно. Вы просто псих. Поэтому зачем я буду вам говорить что-то большее? Да, я псих, наверное. Хотя, что есть норма? Всегда задавался вопросом. Быть психом норма или быть нормальным? Может быть, в мире, в котором подавляющее большинство людей станут вдруг психами, нормальные станут психами и будут закрывать в психлечебницах? Видела вас на передаче у Малахова. Ну, передача длится сколько там, 40 минут, да? Из них намонтированных меня, ну, минут на 15. И вы говорите, что знаете меня на основании этих намонтированных 15 минут. Вы очень самоуверенны, я даже за вас, честно говоря, рад. Нам не хватает людей, уверенных в себе на 100%. Таких мало. Сейчас люди в основном какие-то сомневающиеся. Нетвердые души. Да сейчас пойду, дайте мне, дайте покурить, народ, вот честно. Дайте просто покурить. А, свет зачетный, да? Приятный такой. Ну раз все идет от Аллаха, значит то, что я посылаю вас нахуй, тоже от Аллаха. Вот кто же словами раскидываетесь, вот честно, дама с чем-то красным в аватарке. Вы давайте как-то, либо конкретно тогда, я могу все что угодно вам сказать, все что угодно сделать, вы можете все что угодно сказать и сделать, и все от Аллаха, и то, что я псих, тоже от Аллаха, ну, давайте не будем чушь городить. У нас есть свобода, наверное, нет? Или я ошибаюсь? То, что Аллах все предвидит,
То есть знает все наперед. Это не значит, что он отбирает у вас свободу. Это тайна, тайна Божия. Кстати, в христианстве то же самое. Бог тоже все знает, но не предопределяет. Понимаете, для Бога все, что происходит, и все до самого скончания века, это все свершившийся факт в его сознании. Он уже все это видит наперед, что будет. Но это не значит, что это предопределение. Потому что одно дело Бог, другое дело человек. Для нас каждую минуту есть выбор, и всегда может все измениться в любую сторону. Но если недостоин, не пишите, Господи, в чем проблема? Недостоин, не пишите, идите, отдыхайте, там, не знаю, молитесь, в конце концов. Я вот не понимаю, зачем вообще писать, вот ты недостоин, чтобы я тебе отвечала. Это даже писать не нужно, ты просто вырубаешься и не отвечаешь, все. Я не понимаю этого. По сути, вы пришли ко мне домой, да, вот я дома сижу, вышел в эфир, я у себя дома нахожусь. Вы приходите ко мне в гости домой, даже вот, извините, по Корану даже. Вы когда приходите кому-то в гости, вы что, начинаете говорить, кто там достоин, кто недостоин? Вы пришли ко мне в гости, я могу вам доброе слово сказать. Да? Я не могу вас чаем угостить, там, сладостями. Ну, не могу, потому что это же все просто связь, да, онлайн-технологии. Но, тем не менее, чисто технически вы ко мне в гости пришли в прямой эфир, ко мне домой. И вы мне говорите, что я недостоин вашего общения. И вы называете себя мусульманином. Да? Вот, извини, меня, честно говоря, даже неловко, что вы, по сути, ведете себя очень-очень не по-христиански в плане ислама, да, хорошо так скажу. Недружелюбно хотя бы. Я вам ничего грубого не сказал до тех пор, пока вы меня не нагрубили. А почему тебя так долго в эфирах не было? Потому что меня не было в эфирах. Не, я считаю, нет, Цвайр, если ко мне в эфир зашли, это все равно, что ко мне в гости пришли. Примерно то же самое. А гостеприимство у нас никто не отменял. Я к людям со всеми распростертыми объятиями. Я дружелюбен и стараюсь быть галантным. Когда мне говорят, что, блядь, недостойны моего общения, идите нахуй тогда, блядь. Хули вы ко мне заходите? Идите нахуй сразу, даже не заходя. Мне вообще похуй. Что, я буду вам жопу лизать от того, что вы меня хуесосите? Нет, не буду. В смысле, домой могут прийти, чтобы разбираться. Ну да, давайте официально созвонимся, приходить ко мне домой разбираться. И воровать приходят. Но приходит тайно, когда я этого не жду, понимаете? А если я вышел в эфир, я как бы открыл свои двери, получается. Я открыл свои двери. Вы видите открытые мои двери. К тому же, не только вы приходите ко мне. Я не только вас пригласил, а как бы всем желающим. Вы приходите ко мне домой через открытые двери и начинаете меня оскорблять. И кричите, что вы, блядь, от Аллаха, блядь. Да идите нахуй, блядь. Наговаривать, блядь, на Аллаха из-за таких долбоебов, блядь, ебанутых. И люди боятся, блядь, ислам. Потому что, сука, основы забываете, блядь. Где дружелюбие? Где миролюбие? Не понимаю. Где, блядь, вот эта честность, блядь, и простота? Не понимаю. Ладно, это все мои личные представления. Я могу ошибаться. Неважно. Я знаю только одно, что люди должны быть добрее. Ну, мое дружелюбие в матах уже, в ответ на недружелюбие. Ну что ж, я ж не виноват, что ко мне пришли недружелюбно, да, вот с мечом. С оголенным мечом ко мне пришли бы в гости. Я сейчас должен тут, блядь, расстилаться. Ой, бля, я, давайте дружелюбно жить, давайте, что вы на меня говорите, плохие вещи, я хороший, там, простите. Нахуй идите, блядь, а не простите. Пришли с мечом. Мечи в виде злых слов и получаете. Справедливость, по-моему, очень важна в этом мире. Если ее не будет, то вообще ни хера не останется от мира. Я уж молчу про христианство, вообще жопа полная, блин.
куда спать, народ? И ведь вот еще чуть-чуть, и у меня день рождения. Через несколько минут буквально, не знаю сколько, в 2 часа ночи. И я родился. Вот так вот, 31 год. А я еще живой. Вот это вообще, вот это честно новость. Я был уверен, что в 29 умру. Не умер 29, подумал, ну в 30 точно загнусь. Ну неизбежно, ну как можно столько жить такому человеку? Ну это безобразие. А тут бац и 31 год. Ну если что-то за эти ближайшие минуты не случится, может метеорит упадет на голову, или самолет разобьется над головой, или хер знает что. Или какой-нибудь паук меня укусит, и я подохну. Ну вряд ли. По ходу дела мне исполнится все-таки 31 год. И я, честно говоря, охреневаю. Как это возможно? Как я дожил до возраста такого? Это же фантастика. Этого просто быть не может, честно. Этого быть не может никак. Почему в одиночестве? Ну, мы приходим в этот мир одни и уходим из него тоже одни. Это нормально. И желательно, я считаю, вот честно, дни рождения свои нужно встречать именно вот непосредственно момент рождения, потому что понятно, да, день рождения это обычно целый день, сутки, да, а вот именно момент рождения, когда мы родились, вот в моем случае это 2 часа ночи, нужно встречать в одиночестве, я так считаю, потому что вы должны помнить о том, что вы по сути своей одиноки, вы одни пришли в этот мир, одни из него уйдете, это очень важно. Есть только вы и Бог. Только вы и Бог есть. Это таинство. Таинство рождения. Представляете? Я был сперматозоидом. Моего отца, который тоже был сперматозоидом. И его отец был сперматозоидом. Вообще все мы, черт возьми, сперматозоиды. До самого Адама. Адам, да, крутой чувак. Он не был сперматозоидом никогда. Да, и Ева тоже не намного хуже. Они хобана и явились в этот мир уже такими примерно, как я сейчас, в районе 30 лет. Это же зрелость, да, 30 лет, это полнота. Так что, блин, клево, 31 год мне. Вот еще чуть-чуть, я посмотрю время даже, вот мне прям интересно, сколько времени. Еще больше получаса. Так что мне еще 30. За эти полчаса я могу сдохнуть 10 раз. Через 30 минут, да, да. Фух, переживаю, волнуюсь. А вдруг все, отмеренные дни мои сочтены. И пора перебираться ближе к Богу на небеса. Честно говоря, я с радостью. Вот прям, да вообще без вопросов. Если бы прямо сейчас мне нужно было умереть, я вот прям ручки бы скрестил на груди и... Аминь. Ох, а сколько вам лет, народ? Сколько вам лет? Давайте признавайтесь. Мне интересно, какая аудитория. Ну давайте, скажите, сколько вам лет? Блин, а что, в 32 тоже живут? Нифига себе. 22. Приезжать ко мне в гости. Или давайте я к вам приеду. 22, отличный возраст. Я вообще люблю помолодненьких. Вот честно. Надеюсь, вы женщина? Наверняка. У меня мужчин вообще не бывает в чате. Где вообще все мужики? Почему мне только бабы? Вот странное дело, да? У меня в Инстаграме только женщины. Вообще, в принципе. У меня там 90%, по-моему, женская аудитория. Нет, спасибо, а чего вы так? Подождите, 93, вы 93-го года рождения, вам не может быть 22 никак. Вы, наверное, лукавите с возрастом.
Ты бы не скрестил, не верю, ты не готов умирать. Так, конечно, не готов. Я не отрицаю, я не готов, но я хочу. Фейк просто говорят. А, так вы неизвестно кто. Может быть, за вашим фейком скрывается кто-то такой, кто меня знает. Хорошо, что хоть помогает. На самом деле, не верьте ей, я просто ее зомбировал и подавил, и душил, и сбивал, чтобы она говорила то, что мне нужно. Нифига, я ей не помогаю, просто блаженствую, наслаждаюсь жизнью. Занимаюсь своими делами. А, Гюльнара так, на побегушках у меня. Да. Но как иначе? С женщинами только так. Нельзя им давать послабление ни в коем случае. Хотя, блин, здесь все женщины. Что я вам говорю? Меня никто не поддержит. Никто меня не поддержит. Ах, скоро 31 год. Ёпарасоте. Ну, кто-нибудь выпейте за меня, что ли? Ну, за... Вряд ли кто-то мне желает здоровья. Я сомневаюсь в этом. Любишь, Галина, признавайся. Да я, наверное, только себя люблю. Я же перверзный нарцисс. Вы что, не знали? Галина, выходи замуж за достойного. И чтобы тебе с детьми помогал и любил тебя, и остерегал тебя. Наверное, вы хотели сказать «оберегал». Ну, остерегал, ладно, вам можно и это сказать. Остерегал. Винишко наливаю уже, да, наверное? Где такие есть? Есть уже такой. Оу. Да, оберегал, сенсор подводит. Сенсор? Я думал, Т9 это называется. А тут уже сенсор, оказывается. И он отец. Понятно, я отец, чуваки. Так что, вот, кого бы вы ни предложили, он все равно не дотянет до меня. Я же отец. Отец! Отец, причем трижды. Трижды отец. Представляете, это же круто. Меня благословляет Бог. По-любому это воспринимать нужно как благословение. Значит, я еще нужен этому миру и Богу, и себе, и детям. И вообще, и Гюльнаре нужен, Галя. Я еще, может быть, всем нужен. Отец бывает с семьей, а не на улице. Да, я отец, который любит ночь, звезды, тишину, покой. Вот такой никудышный отец. Надеюсь, у вас будет лучше. Кто-то пишет «пиздец». Кто-то меня защищает. Кто вы, неведомый защитник? А, не защищаете. Не, да не вы, конечно, 93, это явно не вы. Вы-то меня не защищаете. Так, я почитаю, что ты там стоишь, мерзнешь. Ну, вообще-то я сижу в кресле, мне хорошо. Не видно просто кресло. Ну, в общем, я сижу, у меня нормально. Вот ноги мои. О, не могу их показать. Я не умею делать шпагат. Где живете? Ну вот недавно мы размышляли между Марсом и Луной, остановились на Луне. Там вид лучше на Землю. Вот так и живем на Луне. Вальтер, мужчина, роковой возраст 33. Нет, роковой возраст у мужчин от 20 до 25, когда гиперсексуальная активность. Вот это роковой возраст. Я его уже прошел, у меня все нормально. Я могу трахаться один раз в год. Без проблем. Наверное. Я не пробовал, но я думаю, могу.
Малого не крестили еще. Никак. Слишком много у нас желаний. Ты красава, даже кто-то говорит. Я прям, я вообще, я тронут до глубины души, если бы она у меня была. Хватит его защищать, Галя. Реально. Гюльнарик Гаджиева нельзя защищать таких вот людей, как я. Ни в коем случае. Они порочат достоинство своего имени и своей фамилии. Он не это, он не то. Есть. Как назвали малого? Да никак не назвали. Вот так просто и ходит ноунейм. Так и называем. Ноунеймчик, привет. Ноунеймчик. Улыбнись. Он улыбается. Да никто меня не принял на руль. Я просто помогаю больной бывшей жене и своим детям. Ну, как я могу иначе? Я же просто зверь, а не изверг. Я обыкновенный перверзный нарцисс, который нуждается в жертве. Понимаешь, мне все время нужна жертва рядом. Я питаюсь энергией жертв. Вот все, кто меня не любит, вы тоже жертвы мои. Просто вы этого не понимаете. И вашей энергией я питаюсь, и мне по кайфу. Не любите меня, ненавидьте меня, оскорбляйте меня. Мне охуенно от этого. Так. Ради приличия могу промолчать, что у тебя души нет. А что, вы думаете, есть у меня после всего того, кто я, душа? Нет. Души у меня нет. Хотя, наверное, если следовать таким жестким определениям того, что такое душа по отношению к телу и к нашей природе, то, конечно, без души я бы не жил, чисто технически. Ах, вы не хотите меня не любить. Ну, вы можете этого не говорить, но я чувствую ваш негатив, и мне хорошо. Галя все свою родословную сливает. Значит, ты тоже мусульманка. А если же обожать, значит, ты тоже мусульманка. Логика шикарная. Она не обрезанная, кстати, если что. Ой, Мороз, не скучай, Вальтер говорит. Галя, Гюльнара, ты очень добрый. А я почему не добрый? Йоу, я тоже добрый. Вот, например, недавно я должен был убить кота, а я это не сделал, пожалел его. Я что, не добрый, что ли? Добрый тоже. А имя Гюльнара означает какой-то цветок. То ли просто цветок, то ли какой-то цветок. Какой-то, по-моему. Типа полевой лилии. Вальтер, если мы на тебя смотрим, значит, мы вас любим. Не надо меня любить, народ. Мне это неприятно. Надо меня ненавидеть. Осуждать. Оскорблять. А, цветок гранат. А я думал, полевая лилия. Вообще такого, по-моему, нету. Полевая лилия. Да, цветок гранат, Гюльнара. Она, кстати, не любит, когда ее называют Гюльнара. Так что вы это, берегитесь. Да
Просто что-то про полевую лилию вспомнил, которую не существует. Надо же чем придумать. А почему Гюльнары фамилия не Соломенцева? У него Соломенцева фамилия, ну, по документам. Я называю тебя Гюльнарой, когда я при свидетелях, я не хочу слишком быть интимным, поэтому говорю Гюльнара. Гюльнара. Просто когда я говорю Галя, это как-то, знаешь, ниже пояса. Немножко даже неловко. А говорить Гюльнара мне проще при людях. Я тогда ничего не стесняюсь, не чувствую себя обнаженным, состоящим членом, а просто, просто таким одетым, спокойным, независимым. Гюльнара. По документам Соломенцева пока что. Но вроде как она хочет поменять фамилию, естественно. Да мне еще не важно, блин. У меня еще по барабану фамилия, милия, это все какая разница. Такая ерунда. Я вообще тоже, может быть, имя поменяю себе. Меня будут звать Эгиш. Ой, ладно. Ой, что-то мне уже холодно. Пойду домой. Скоро мне 31 год. Кстати, за этот год столько всего произошло. Вот хотелось мне сделать какой-нибудь пост, в котором бы сразу за весь год была бы информация. Но боюсь, это очень сложно. Технически, даже не знаю, это слишком много нужно делать карусели. Эй, какой спать? Вы что, народ, ночью? Вообще не говорите мне ночью спать, это меня оскорбляет, потому что ночь это мое время. Кстати, как вам мой стиль? А, не видно, да, темно. Какой вот. Сейчас покурю последнюю сигаретку. Последнюю прям вообще вот в этом эфире. Я же вообще хочу бросить курить. И бросал, и бросал. И вообще курение-то плохо, и т.д. и т.п. Но, ёкаламане, есть что-то в курении такое, знаете, привязывающее тебя. А, я обжегся. Есть что-то в курении. Оккультное, я бы сказал, мистическое. Вот не знаю, что-то мистическое есть. А я же мистик по своей природе, и, сука, меня это так притягивает. Реально жалко тебя, говорит мне кто-то неведомый кто. Себя жалеть, народ, себя жалеть. Думайте только о себе, себя жалеть, себя любить, себя воспитывать, себя растите. За собой ухаживайте, себя укрывайте, согревайте, питайте, размножайте. О себе думайте, народ. Не надо меня жалеть и думать обо мне. Это все понты. И к тому же я знаю, что это не так. Это лицемерие, ложь, лукавство, жополистство, вранье. Короче, это просто дребедень. Думайте о себе, что вы, собственно, и делаете. И не говорите лишнего, не пиздите. Я все время ему это говорю. Чем больше говоришь, тем дольше не идет спать. Да, спать я вообще не могу. Не знаю, как заставить себя спать. Но обычно как мой день выглядит? Я просыпаюсь. Вот так, говорит Гюльнара, часов в 11. Да, Галя говорит. Потом я умываюсь, быстренько вздрачну. Потом покурю, выпью кофе. Потом опять вздрачну. Потом почитаю какую-нибудь книжку, потом опять вздрачну,
потом поем, потом опять вздрачну. Ну, короче, день скучный вообще ужасно. Потом опять ночи, я могу спокойно смотреть на звезды и не дрочить. Представляете? Ночью можно отдыхать от дрочки. Это вообще самое лучшее время. Обожаю ночь. Знаешь, сколько скапливается в твоей бороде, говорят мне. О, да, там так романтично. В бороде моей так романтично. Там столько всего скапливается. Там столько переплетений тел. О! Народ, господи, что вы пишете? Это вообще... А в волосах скапливается на голове сколько? Это просто Орги-Сити. Почитаю в интернете. Что я почитаю в интернете? Сколько скапливается в волосах? Господи, народ, вы не пугайте меня, пожалуйста. Я все равно верю в то, что человечество разумно. Homo sapiens, мать его, я повторяю себе это 1000 раз в день. Homo sapiens. Не homo debiloides. Не homo google sapiens. Это просто, сука, homo sapiens. Будьте разумны. Хватит тупить. Вы знаете, сколько на наших ресницах клещей? Там клещи живут, сука. Знаете, сколько их, блядь? А в нашем пупке сколько твари живет. А вообще в нашем теле почти 2 килограмма всякой твари. Бактерии, микробы и прочая ерунда микроскопическая. 2 килограмма. Срочно смыть. Срочно спасайте себя. Ай, а то они вас захватят. Ладно, это все дребедень, конечно. Блин. Так. Ты же бросал курить, что силы воли нет. Вообще нет силы воли. Нету. Воля есть, а силы в ней нет. Драчун. Какой есть... О, какие гадости, наоборот, я вам говорю, как бы интимными вещами делюсь, личным таким переживанием. Это признак того, что я к вам с уважением, с братской любовью, так что простите, если обидел, невольно получилось. Где ваша безумная девушка, которая бросила вас на весь прямой эфир? Она осталась там, где я бросил ее на весь прямой эфир в ответ. Ладно, господи, тёлки приходят и уходят, а член остается. Понимаете? Великая мудрость. Хотя, блядь, опять же, здесь ни одного мужика у меня нет в эфире. Одни женщины, девушки, бабы и тёлки, и кто там. Мужик бы понял, да, что бабы приходят и уходят, а член остается. Причем не просто остается, а остается на том же самом месте. Ты похож на джигита. А кто джигиты такие? Я что-то не очень помню. Джигиты это афганистанцы, что ли? Я что-то вообще забыл. Джигиты это или грузины это? Я никакой не джигит. Вы же любили типа ее. Ну, типа ее, типа не ее, типа себя. Какая разница вообще? Что такое любовь, народ? Я могу с вами об этом подискутировать. И если ен-то на свете. Знаете, любовь приходит, уходит, а член остается на своем месте. Джигит — это кавказские мужчины. И что, все названы одним словом? У них что, язык общий, что ли? Насколько я знаю, на Кавказе очень много языков. Наверняка слово джигит не универсально для Кавказа. Оно, наверное, кому туда принадлежит? Наверное, кабардинцам, да? А, не знаете вы. Боже, люди с Кавказа не знают слово джигит на каком языке, блин. Безобразие.
Ладно. Ладно, народ. Уже, короче, чеченский, дагестанский и кабардинский языки — это одно, да? Ну, блин, вот честно, от кого от вас не ожидал такое услышать? Потому что даже я знаю, что это вообще разные языки абсолютно. Уж, по крайней мере, в Дагестане этих языков и наречий там около 20 штук, что ли. Ладно, ладно, все. Bye-bye-bye, see you later, see you soon, soon you sun, fan you mean, da-da-dan. Дело не в языках, безмозглый. Кавказ. Да, дело не в языках. Кавказ. Джигит — это на кавказском языке, да, я понял вас.